Речь идет о получении молочных продуктов, предназначенных детям до 3 лет из категории малообеспеченных семей. Напомним, региональный закон вступил в силу в июле этого года. Но до этого времени молочные продукты в Димитровграде не выдавались, поскольку не было поставок из Минздрава области. Это обеспечиваются дети в возрасте до 3 лет, которые подразделяются как бы на 2 категории. Это дети, находящиеся на искусственном вскармливании до года. Они обеспечиваются молочными смесями на сумму 1200 рублей в месяц. И дети, которые у нас от года до 3 лет, которые не посещают у нас организованные коллективы детские сады, они обеспечиваются ежемесячно на сумму 500 рублей. Для того, чтобы получить спецпитание на ребенка, родителям нужно обратиться к участковому педиатру с заявлением, справкой из Департамента социальной защиты о доходах и из Управления образования, что ребенок не посещает детсад. В этом случае педиатр выпишет направление на получение молочного питания. Смеси и каши будут выдаваться в аптеке готовых лекарственных форм по адресу Королева, 11. Набор, конечно, в зависимости от назначения врача, бывает. Или только смеси, или бывает так, что смеси плюс каши. Но у нас отечественного производства молочные смеси. Такой молочный набор для малыша родители получают раз в месяц. Татьяна Елисеева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.